Скажите, а зачем цветок сорваете? Потому что они очень красивые. Я сорвала, чтобы кусочек супа развести у себя дома. Нам в школу нужно к 1 сентября. А то, что взяла, в классе будет расти. Вы знаете, что вот как бы нельзя, это административное нарушение. Вы знаете? Вы знали об этом? Уже нет. Теперь уже знаю, вернее. Хорошо, спасибо.